Привет, зритель. Ореховый АСМР. Часы сверху могут громко тикать. Холодильник иногда может загудеть и что-то затрепещать. Моя тетя отвоевала у меня это ситечко, которое сделал дедушка еще. Ой, я сейчас вспомнила, что хотела днем про сеять салу, а другое ситечко металлическое, чтобы потом просеять ее еще дома от мелкого, всякого такого. Но только сейчас вспомнила. Короче, чудовое такое ситечко. Мне почему-то хотелось назвать его лукошка. Может быть, это лукошка. Может, это и не лукошка. Ну, в общем, у меня такое же ситечко, только чуть больше размером есть в городе. Надеюсь, оно еще живо. У нас столько много орешков, с этих орешников еще ни разу не было. В прошлом году было, но в принципе я не со всех снимала, потому что на какие-то было не достать, хоть мы с соседкой вместе это и снимали. Ну и вообще как-то. Там еще сколько-то штук осталось, но вот на совсем самом верху. Просто чтобы напоминало деревьям, что это орешник. Точно было, что никак было вообще, как-то наклоняешься, чтобы выйти там из огорода. Плюс я за день до этого, ну позавчера получается, что вчера родственники были. Позавчера я там в одном месте разобралась, собирала орехи и сухие ветки выбирала, выламывала, там что-то такое, потянула себе ветку, а раз и упала, и оказалось, что это
уже сгнившая, совсем такой бывший куст, но тоже посвободнее стало. Потом можно камеру выходить.